Blood. Ой, подожди секунду. Fresh Blood, Квадрат, Деймос, Луна. Apple Box, Череп. Короче, трэш не бьет. Треугольник, 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 лизни тотем. Нет контроля. Ну, по контролю как-нибудь. Чем будет? Поставь их в корни. Тотем ставь. Нити таглите, все это. Кто корни поставил? Кто этот умный человек? Пытался контролить. Можно исполнять. Так, сейчас по контролю. Камень, звезда, кружок, Вивальди, Альпич, Ромб, Деймос, трусы. Что там еще? Луна, Fresh Blood, Гефестин, Квадрат. Повтори, пожалуйста, я не услышал. Звезда, Каменс, кружок Вивальди, Ромб, Альпич, трусы, Деймос, Луна, Fresh Blood, Квадрат, Гефестиум. Это контролить или бить? Да. Да. Здесь все хорошо по контролю, или никто не умер? Да просто танк у вас хороший. Не знаю, что такое хак, Керон. Роял, ты тут? Приди, да, пожалуйста. Что это? Потому что пакт кинется, будет плохо захиливаться рейд. Что такое хватка природы? Не знаю. Это так. Это когда башка переломила. Что же далеко. Не знаю, я такой в ротации себе не ставил. Это когда до туалета далеко, а лес так рядом. Ну ладно, неплохо. Чек на пул. Это когда Мишка дает 8к, 9к на трэш. Пока рага есть, что там? Готовы все, да? На взлетке могу и разыграть, скажете там. Это было неразумное решение. Поднимайте Энику. Был тест, он провален. И на Энике не было способил, и сразу вам шутнуло. У тебя не получилось. Ой, сколько еще людей умрет, пока ты заберешь? Да, там, наверное, кто-то напуливает.
До пизды умрет. Подымай Applebox. Я там поднимал. А, все, я понял. С дивана у кого-то. Зачем тебе диваны? Мы еще вкус не проебали. А, я думал, проебали просто. Все, понял. Блять, загадка, чё так Павла пробивает на самом деле? Это Мишка так получает много урона. Можно даже где-то растишку просветить. Это Мишка так получает. Не, пока рано, еще надо побольше укусов. Давай сакру Эника. Убить всех притворись, или Санда тоже мертвым притворись. Давайте попробуй танком притвориться. Дойдите в жопу. Напуливайте не на того, на кого надо. У тебя не получилось. Радайте же. Ты бы видел, как он на лече чуть не притворился. Когда из формы вышел на лече под стак. 66 тысяч клипа. Не, ну Войт любит по-жесткому, чтоб его шпарил. Сколько там перекус? 8 секунд. Отправьтесь кто-то ко мне, пожалуйста, где-то там. Вижу. На ману спойте. Им на хп, теперь я бегу с этим, с меткой. Им на хп. Спел следующий. Он забагался. Не может быть такой урон. Давай, Ника. Не может так, чтобы на взлетке Эника, ну, протопал умирал. Это баг какой-то. Забагалось что-то по-любому. Кто-то просил щит, вот он, щит. Горитель. Танчил без очка, без задоринки, да? Действительно. Тебе в ёбыч прилетает. О, блин, я не успела поролить печеньку. Но, наверное, Зарео Прида выше меня по ПР, да? Конечно. Окай. Че говоришь, прилетает? Передай, пожалуйста, Эннике щит. Энника, ты на майн ролишь? Ну, прыгайте. Это танком или ДД? Это. ДД. Био в катеру.
А чё ты, Дэйв, ушёл? Из-за Войда. Он типа гомофоб, что ли? Ну, просто не нравилось, что он вагонится в рейдах. А когда Войд последний раз локом был в рейде? Не знаю, такого я вообще не помню. Помните, как он говорит, оденьте мне лока, я буду вам всегда демоном ходить помогать? А сейчас, когда он на лока заходит, он по-любому вам втирает, ебать, я же вам захожу, сука, на фулового лока, я вам помогаю, тащу вас, а вы не хотите меня вагонить, да? Не, про БДК сейчас только рассказывал. А, ну понятное дело, да. Забыл уже, как говном ходил. Да, ты отчасти прав. Я сейчас говорю, что Мишка вас в вагоне. Ну, понятно, идем. Ну, смотри, как... Не, ну тут 4 спека, тут ты подольше поиграешь. У вас места не появились? Не. Ты, Виталик, не знаешь, что нет бадры или... Один Мишка кот, а другой сова полена. Ну, я понял, что он не идет. Легкими пожалуйста, Эмиры Анрицу, маны нету. Милики, отойдите от АУЕ дамага, не тупите. Хилы не могут вечно хилить. Вот этот Джека, White Beast, Эника. Милик, отойди, блядь, от дамага, White Beast. Да я отошел, блядь. Мир иной, блядь. Мир иной, да. Ребят, все, мой Виталик вернулся, я могу вечно хилить. Это жесть. Просто жесть. Он, короче, меня зарекламировали, что есть, ты рассказываешь. Чем заканчивается Мстители, если ты мне расскажешь, я, сука, вместо билета в кино куплю билет на поезд, блять. Дочерни. Покупай, поговори, вместе в кино сходим третий раз, я бы пошел и четвертый. Да, вообще нормальный кинчик, стоящий? Да, вообще, ну типа, я сегодня был второй раз, но тупо жесть, впечатление, 2 часа 40 минут, ну короче, это шедевр, шедевр от Marvel, ну просто пиздец. Ребята, вы смотрели первому игроку просто приготовиться? Все спойлеры, что были до этого в интернете, все полностью параши. Типа, блин, ну, Marvel так закрутило, что там, просто не, подожди, я не читал ни одного спойлера. Подожди, тут танк проседает, хилы проседает. Можете то, что помочь? Ты писал, ты спойлеры, это тоже туда относится? То, что я писал? То, что я писал в группе, то все правда, но можете не читать, если вам, ну, интересно посмотреть. А в России только 3-го выйдет числа. А, в России 3-го. А в Украине какого? Вчера. 25-го была премьера, или было сегодня. У нас премьера. У нас 25-го было в Черновце. Че вы, блять, там ближе к США, что ли? Почему? В Украине 25-го. У нас был допремьерный показ в кинотеатре «Эффект» вообще 24-го после 12 ночи. А в Кобылянской... Вот это фильм, сейчас вспомнили первый. Российская круглосуточная? Перечитается тоже вообще нормальный фильм. Да, не круглосуточная, это типа фишка такая, вроде как бы уже 25-го, да. Но пришел в кинотеатр 24-го. А у вас есть круглосуточная, Дим? Эффект работает до 2 ночи, у них там сеанс последний из 12 идет, ну там до скольки, сколько фильм идет. Круглосуточных нет, но тут, то есть, типа, в эффекте, это у нас единственный кинотеатр в городе, где есть, типа, ну, как это сказать, типа, сеанс после 12. Я помню, с третьего Хоббита ушло где-то около часа ночи. Короче, ты вспомнила просто. Просто жесть. Ну ладно, придется смотреть Мстители Эра Альтрона или Альтрона, как вы правильно. А, ну чё, то чё, зачем мне рассказывать? Лучше посмотри, это ну, тоже нормальный фильм. Эра Альтрона не понравилась. Эра Альтрона, она так себе, ну типа, тянет на семерку здесь. Такая, Война бесконечности, очень. Там просто можно... Клоит хил аспект. Нужно на Вальку похилить.
что-то. Рыба есть? Да. 2 минуты, а тогда пока килы спекутся. Килы еще есть? Вон, тюменская. Ну, 3 растрашно. Эника, спека, севхила, делайлиш, БДК. Фух, я что, устал уже. Бля, Дима, конечно, вообще заинтриговал, сука, завтра же утром, что ли, пойти. Я говорю, я 2 раза сходил, я бы еще раз пошел. Мажорики. Сколько вообще стоит в кинотеатр пойти? У меня примерно 80 стоило. Ну, не в мажорные там сзади места, а типа в самом центре просто зала. У нас тоже, кстати, примерно 80 стоило на 25 число. Ну, просто думал, может сходить. Сейчас упала цена. Цена за билет 65. Спио нормально смотреть? Так, я не знаю, у нас в кинотеатрах нельзя с пивом, ну, черноцарки, с алкоголем. У нас можно, но только 2 часа 40 минут с пивом и не поссать, это как-то... Да, я на том же Хоббите пошла с сидром, это пришлось уйти где-то в середине. Бутылку надо с собой брать. Так как там мой одногруппник, наверное, не оценил бы. Сука, один раз чуть не сдох, когда пошел в кинотеатр, блядь, с пивом. Дали, дали. Одногруппник прям заценил бы, мне кажется. Я думал, он после этого перестал бы со мной разговаривать. Не, ты ошибаешься. Баги новые появились, кстати. Все поубирали. Че, вообще все, что ли? Нет, они еще оставили с шапкарями. Блин, троллинг здесь баг на ДК тройной прок. Автоатака. Автоатака. 20 голды раскрыл. Да там, наверное, чаришь оружие на проклятие преди, да, какой-нибудь? Или ледяного жара? Там, типа, смотри, там есть талант, этот, закаленный в крови клинок, некроз и этот, и сама автоатака. Это все можно прописать, типа, в макрос, чтобы оно все, ну, типа, било, когда срабатывает рунический удар без ГКД. Вот и все. Прописать, ну, за 20к. Слушай, Дима, у тебя что-то с дыханием, да? Или нет? Не, я просто сейчас только с фильма вернулся. Не, да ну, при чем тут фильм? Ты, а, ты да, всегда делаешь конкретное предложение, то... Вырвали эту, мне вырвали 8-ку, я... Немного болит челюсть, типа, 8-й зуб, короче. Может, из-за этого? Короче, ты не понял, о чем я, ну, ты всегда в конце предложения все так делаешь, ну зачем? Много-много лет уже ты так делаешь. Я думал, это у тебя, ну, как бы, что-то не так. Нет, я скажи про баг, это же будет дополнительный ДПС в рейдах. Для кого? Да, это для ПВП баг в рейде, зачем тебе он? С брин-троллем ДПС дополнительный в рейдах. Рейдах только шаем, потому что, ну, типа, там решает все урон. За Тингеру после этих.
Виталик, ты же качнулся? Че? Качнулся, ну типа я делал чёрт. Где? А вот. Да я забил. Но я там поиграл 2 месяца и хватит. Ну короче, ну я не знаю, я уже, ну как это так сказать лояльно, я уже не в том возрасте, чтобы угнаться за офом, если честно. Там же они кончены, там, сука, по 4 часа каждый день надо влупашивать. Эти бесконечные траи просто, ну, я не, они там семьями собираются, понимаешь? Вот они приходят и семьями там играют, но на самом деле там очень интересно. Ну, очень много скиллов, кнопок, разновидностей, как собрать перса. Дайте нет, энергию, пожалуйста. Сам ты все придумаешь, гимн читай. Это классно, всегда нам что-то новое, он всегда развивается, никогда не стоит на месте. Но, блин, чтобы быть там в топе, это просто надо, ну, вот сутками, короче, там играть. Я пока не могу использовать эту способность. А не быть в топе скучно? Да. Ну, в говногильдиях оно как бы скучно. Что они делают? Ну, во время Бринора жаловались на отсутствие контента, в Легионе его даже слишком много. Ну там, блядь, там эти дейлики, легендарные вот эти дейлики, как их? Ай, локалки или локалки. Как-то. Да, да, да. Это же, блядь, ну просто, зачем настолько усложнять? Сука, я там до сих пор летать просто не умею, Дима, понимаешь? Ну вот, блядь. Я тоже расскажу, я там тоже летать не умею, я, ну, не хочу делать ту всю запару, там жесть надо задрачивать. Просто, блядь, убить 2 недели, чтобы летать по локации. То ли здесь, блядь, качнул перса, блядь, и убил коня с лича, да и пиздец. И выгонишься, да? И у него скоро 150. Почему 150, блядь? Голды подкинул, да и все. Потому что ты бомж. Вот, правильно. Ну, блядь, бомж это вообще пиздец. Что ты за ОФ говоришь, да, сейчас? Чего Олега перебиваете? Чего он в роли отвечать вообще? Не, меня не напряг. Вот я просто сейчас сам это разговариваете. Все так скучные рейды какие-то. Просто, типа, я, ну, хотел, типа, сделать эту хрень полетную, но потом прочитал гайд, понял, что это запара полная и забил. Ну там типа надо сделать исследователя, потом надо сделать везде, блядь, по цепочке квестов, в каждой локации репутацию получить. Ну это охереть. Mm-hmm. Да, там жесть типа с этими племенами. Так я же херня как в Дреноре. Не, я в Дреноре еще сделал более-менее. Ну потом то же самое на Легионе начинать. Ну, легионе какого-то. В рейдах скучно. Это не рейды скучные, это вы скучные, если что. Ну это, кстати, странно, что в Дреноре можно за пиксетовые кристаллы нормальный такой шмот взять. Не, если честно, ну панда вообще классно, а Дренор, ну просто в ноль как-то, так не зашел. Единственное, что крутое в Дреноре мне понравилось, это как там боссов представляют. Прямо они там появляются всегда, так круто там, с надписью ник. А, и там такая там надпись такая появляется, да, очень круто. Ты играл в эту фигню, извини, я перебил, там, где уже за какую-то хрень нужно, типа, покупать какой-то предмет, ты его, типа, вязаешь, и он превращается в легендарный предмет, любой, для твоей специализации. Нет, я такой не знаю. Я понял. Сейчас с пиксетовыми кристаллами, да, ты говоришь? Да, типа, ты, ну, типа... Да, я помню пиксетовые кристаллы. Хантом, заходить? Целка. Да, у нас тут как раз есть хант, который ставит, не выключают, будешь вторым таким, блядь. Да, Неймос уже, ну, хочет просто уйти спать, хочет. А он выключил. Сейчас зайдешь. Он сюда тупил. Кстати, до сих пор помню видео на тему обнов было. Зайдешь тогда на речах, Хантом. И, если честно, мне стало впадло развивать персонажа, когда я понимаю, что я играю троллем, а скоро появятся равноходящие тролли. И как бы, блядь, зачем мне этот тролль?
далеко, там было видео, ну, чуваки, которые, типа, там, постоянно говорят, что игра умерла, такие, типа, это игра умерла, игра умерла, там показывают каждое обновление, а потом показывают Дренор, и чувак такой, блин, игра и вправду умерла. Не, ну не знаю, Дренор не знаю. Но у меня просто до сих пор висит сотка, типа, ну, бонус, услуга, что ты левел ап с любого персонажа. Я и так и не воспользовался, я специально прокачивал каждого чара. Это не интересно до сотого сразу. Это фигня, если честно. Я апнул себе вайра, и этот, потом начал читать стилы, задолбался, потом учиться им играть. Ну, это сложно. Ну, проще чара прокачать, чем потом в нем разбираться на сотом левеле. Не, на самом деле это вы нубы. А так, нормально. Мне лично так удобнее. А ты же играла где-то, да? Я видел там где-то в группе у тебя скин с этим, да, скрины. Да. На каком сервере? Гордоне, кажется. Так, типа, создала чара какого-нибудь там. Что-то побегать и все. Я даже легион не покупала. Я думаю, что я буду другого чара себе какого-нибудь создавать. И на другом сервере каком-нибудь. Не, ну энхи там, конечно, блять, они божественные просто. Ну, агрицы, трэш-чок забежали, смотрятся на него. Ну, потому что танк у нас просто конченый. Чё это было? Обиделся, он пришел, думает, кого пиздить, Войда нету, и ушел назад. Я серьезно, что это было? Это баг или так задумано? Нет, Хант просто притворился мертвым. А, молодец, Хант. Сколько осколки волка стоят? Дорого, не стоит того. 40 бонусов. Просто смотрю на свои 46 осколков и думаю. Да позже выбьешь, даже в обычке. Я знаю, но на этом когда я уже не выбью. Лучше ты про сиськи свои подумал. Ну на следующий выбьешь, что тебе? Мне, между прочим, выросли. Окей. А сколько тебе лет? 22. Не, мне 21. Мне будет 22. Ты еще маленькая. Это ты в какой год? В год оленя? Какой-то? Не, год крысы. Вот было бы смешно, если вообще свой такой, а я родился в год петуха, да? У меня брат в год петуха родился. А ты в какой год? Я обезьян. У меня мама в год петуха родилась. Типа все скидывали, да у меня там брат, хуят, короче, Войд на пиздец. Это получается Войд ровесник моего парня. Если ты в год обезьяны родился. Или на 12 лет старше, да? Или на 12, или лет, на 12 лет старше. Сколько? Вы же уже давно встречаетесь, да? Да, скоро будет третья годовщина. А, три. Недавно еще. Ну, учитывая мой возраст. Не, ну да, как бы уже не, ну, не то чтобы ходовой вариант, да? Нужно подойти. Ну, я не товар, чтобы ходовой быть. Да ладно, тут все свои.
помолвлены уже или нет? Да. Как он сделал предложение? На море. Че, у него, ему 26, да? Он 92-го? Да. Ну, будет 26, ему еще не 26. Да. 22 декабря. Скорпион? Он типа стрелец. Почти. Стрелец. Почти скорпион, сука, почти. Это как... Краб, что ли, блядь? Он козерог. Да, точно, там же козероги. Не, ну да, козерог это почти скорпион, как бы. А, что у них общего? Что у них общего? У кого? Скорпионов и козерогов. Ну это как морская свинка. В принципе, это создание не относится ни к свиньям, ни к морю, да? Это как про товар, короче, и мишка, да? Не тот, не тот, нахуй. Не танчит, не хуя, нормально. Брука рукой, да. Что, надо кому-то гором? Вообще вару нужна, ну ты по привору заберешь. Ну, ему не нужна. Я просто, ну, я типа чувствую, ему не нужна гора. Не, я не пойму нами. Будут релик, нет? Чекает, значит будет. А есть у кого класска на танка? Есть. Кто там на ханта хотел зайти? Давай, кто там есть? Заходить, да, на ханта? Кому обмен? Да, заходи. Хотя в 2 часа, блин, пока он там у него инет вылетел, их походу не выкинет. Если перс тут еще, он должен выкинуться. Или он офнулся. Тролль такой с быстрыми ногами, да? А, да он вылетит сейчас. 30 секунд. Тюменская 2 хулипала. Раз, два, три, четыре. Кого еще есть хилы? Надо 5-й хил. Apple Box есть хулипал? Холи этот, блядь. Эника. Могу зайти. Еще раз умните. Ну ладно, давайте 4 хила на удачу. Прокнет. Прокнет в байперс. Пусть Эника похилит, Северу Снэйп спек есть. Суманить еще раз. Если мы вайпнемся, то ГП лизнет от ЭМУ. Ну, если мы вайпнемся, если что. У него ПВП спек хила, поэтому придется так. Когда выкинет, суманете, потому что меня не пускает. Ладно, лизнет от ЭМУ, давай в Рестер Шамана 5 хилов пойдем. Тогда еще раз суманите. Суманул. Давайте бафы по ханту. Я думал на реча. Сколько минут? Ай, блин, извини, дружище. Ладно, давай камень Долоран, мы сейчас побьем и засуманим на реча уже. Сколько там минут с пола ребра? Камень. Час 35. КД. Камень на КД? Ну тогда поставьте ему портал в Долоран. Песня. Лизни тотем, ты тут? Маму плеснуть? Ну я могу и с этого пойти, мне не страшно. Ох, хорошо, это я уже думал. Просто мы твою руку тратим зря. Так, чек. Все, погнали. Дайте кулак ханту. Дефест кулак. Катимся вниз. Тут ничего не поменялось? Ничего. Не стак, стакать не буду. Стакать сейчас это вайп. Кральчик СС на Альпича. Есть СС. Кральчик СС на Элисандо.
Притяжка. Внимательно. Сторожил он. Пока сторожила. КП. КП. Понесло. Дотать я смотрю. Сейчас взлетит. Здесь полетело. Оп. Давайте метку, метки дистанцию держим между собой. За 200 тысяч подбиваем метки. Вот, сейчас Рога сделал кош, никогда так не делайте. Нам нужно 5 меток, 6 меток. Нет, 5. Стопайте по центральной, 170 тысяч не бейте. Не бейте метки, 100 тысяч уже по центру падает. Не бейте метки. Глупые. С крайнюю справа сливаем. Тяжкой 6 секунд, у Каменца 4 секунды освобожденные. Беги, малышка, беги! Так. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Кстати, идейка, может вообще там вид босса, где камень стоит? Кстати, я могу... При взлетке просто будем больше дамаги наносить, когда она будет улетать. Слышишь? Краться же. На X5 на балконе всегда бьет. Сейчас после обновы она глыбы теперь не обходит. Как раньше, типа, можно в одного танка теперь тащить. 10 гели проверили. Метки вперед. Ты ненадежный источник. Почти перевели босса. По центру падает, оббегайте. По центру сзади вас. Бежать. До свидания. Там же падает. Убивать их выгода 200 тысяч. Блин, не бейте центральную глыбу. Прячьте за другую. Там 20 тысяч. Apple Box подняли. Или... А. Дайте бафу по магу. Пойте, кресты, пойте гимна ману. Все метки под босса по команде. Давай под босса. Милики отошли. Милики вверх до зоны. Какие метки. Босса, велики отошли. Метку не бить, притяжка. Метку не бить. Беги, малышка, беги. Стоим, ждем. Давай под босса. Велики стоим, ждем. Расскажу, куда следующего носить. Давай подвоз пока. Магия чуть не кидается долго, заметили? Заметили, что магия не кидается? Ну, она сказала, но не кинулась. Так долго не кидалась. Давай подвоз. Кто-то скажи. Улетел. Кто-то плохой человек улетел, наверное. Вандит под босс и притяжка сейчас. В сторону, прям. Притяжка сейчас будет. Плям. Ничего страшного, я никогда давай сакуру, у меня 5 стаков. Вот. Все.
в сторону теперь. Талик. Спасибо. Талик. Надо кому-то Талик или нет? Фига себе, за 50%. Тебе за 50% или за фул накидывать? Ладно. За половину. Защитник надо кому-то? Виталий, привет. Здрасте. Гутен так. Это WhatsApp, что я не слышал? How do you do? Можно обычку мне одну? Сейчас дам тебе, привет. Сейчас разрулим остальные вещи, идите пока на лича. Ты получил уже гражданство, да? Не, давай, не, нет, я... гражданство ты еще не получил, экзамены ты сдал? Я гражданство получил, как только въехал. В первый же день. Ты же потом экзамены, там, короче, тебе на учебу должны были отправлять, если я не ошибаюсь. Но я до сих пор учусь, еще ближайший год учиться буду языку. Нет, не языку, когда ты не можешь на работу, типа, пойти. Не, я могу на работу пойти, только куда я без языка? На стройку, и тут не возьмут, наверное. В барушку. А у тебя паспорт какой идет? Немецкий. Ты плохо знаешь язык еще, да? Да, плохо. Как ты получил гражданство? Мама немка. А, ну я так и подумала. Папа. Почему ты так подумала? Почему ты не подумала, что папа немец? Не, я подумала, что один из родителей немец. Так, кому-то надо были вещи. На мейн ролим. За фул тебе отдавать или за половину? Так ты какими судьбами здесь, Виталик? Соскучился. Как на опции? Заблудился, ты. Германию хочет. Ждал тебя совета спросить, как попасть. Не, я жуткий расист, я не хочу в Германию. Так, кольцо теперь. Даже не расист, нацист скорее. Так тут тебе место-то. Я тут просто таких много. Не по тем флагам родился, да? Не, я не знаю, это язык неприятный. Ну, как по мне. Так, по тактике. Крэшблад, кружок, станешь Гефестиум, Ромб, Эника, трусы. Это первая волна. Вторая волна. Войд, Бист, кружок, Нарексис, Ромб, Тюменская, трусы. Это вторая волна. First Life, смотри, кидаешь проклятие косноязычия с первой фазы на лича, на переходках на духов, на второй и третьей фазе тоже на лича. Альпич по диспель чуму, чек на пол. Так, я могу все волны станить, у меня стан 5 секунд и 30 секунд. Не знаю. И робот тоже может станить, все. Робот готов? Так разница только в том, что я никогда в вальках не улетаю. Гефестиум, ты готов. Так, ща, подожди, это чем там беспалится чумовый престол? Да, Гефест и Ромб, чума, излечение болезней. Устранение болезней. Ну или устранение. Не перепутай, там два есть скилла. Один, который диспелит раз в 3 секунды, он не нужен. И скилл, который мгновенно диспелит, вот он нужен. Так. Устранение болезни сразу диспелит этот. Один раз. И потом каждый. И потом тоже, да. Неважно, короче. Неважно? Ну, оно сыграет роль, если только опять кинется на того же самого типа, и он, получается, когда вернется, диспелится в рейде. Но мне кажется, тут диспельщика не такая реакция. Что-то сделать. А вот они сватчотят? Тебе быструю смерть, кулак по мишке. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Славик, а ты танчил лича уже? Два раза. К сожалению.
Да, он танчил уже, там не важно, кем танчить уже. Ты видишь, что мы тут ФДК, энхи какие-то попадают в рейды всякие, классы там. Не, я вижу, 320 на сурке как бы, мало. 320 это yes. Нормально. Да, вот ДПС что-то упал, и это не от классов. Зависит. Когда не загорел, крит порезан. Так это еще в начале осени было. Ой, длиннухи, повесь орехи на Войда и засиди за хп танком, потому что Эрели и хилю цепухой рейд в основном. Так, РДД в звезду встали, ловушка. Прима 5 секунд. Дефест выноси. Смотрим, ловушка. РТД перебежали, милики, смещайтесь тоже. ДПСа много. Applebox Inner звезде. Милики, ловушка. РТД в звездочку. Ма, лысый пенек. Острый пенек. Понеси. Сейчас будет ловушка, смотрим. Мелики, ловушка, перебежали, РТД тоже двигаемся, звезду. 10% до переходки. Наступление на шаркаре, второй шаркар вылазит, ловушку смотрим. Ловушка, мелики, перебежали, РТД встали в звезду, будем чуму выносить. Звездочку встали, чума тюменская выноси. Так, после ловушки все на край идем. Будь милики, ловушка, веди в РДД зону миликов. Протопал проводи дальше. Трэш. Встали в звездочку. Сейчас будет 1% до переходки. Фрешблад, каплю на Энику. Отошли все в звезду. Убрали рейндж. Ювальди, давай гим на ману. Ставлю тотем. Фрешблад, кральчик, гефестиум. Рейндж наберите, зарел прида. Протопал, уйди чуть дальше с трэшем. Проседает мини-зона, наберите рейндж. Что, бэш-хан, ты будешь сферы бить? Всего один хан. Да похуй. Сферы, две сферы идут на рейд. Почему они еще живы? Последняя сфера. Альпиш, спой гимн на ману, поставил тотем, забыл, блядь, поставить первый раз. Так, кружок надо слить. У нас есть 7 секунд. Леника берешь на себя моба и ведешь параллельно рейдишь. Сферы добить. Сферы добить. Так, встали в звездочку все. Фрешблад, Гефестиум и Эника станет. Звезду встали. Так, первый лог. Ромбик и трусы только сливаем. Войд, прижмись к крышам в вальке. Вышли все с центра, будет осквернение. Осквернение полбокс. Нормально. Теперь даем рост. Так, кральчик, СС на Войд, Биста. Стали звезду, на первой вальке будет осквернение. Осквернение к порталу, весь остальной рейд трону. Станет вальки Войд, Рексис и Тюменская. Смотрим. Эника прожмешь сакру, если будет лужа в рейде. Так, первая валька пошла. Первые разбежались. Вторая валька. Только вальку в центре сливаем с трусы. Не выпрыгивай. Слишком везучий рейд, я смотрю. Так, давай звезде иннеры. Почему везучий? Потому что 3 раза лука схватило, это плохо.
Халяву мы не любим. Вышли все с центра, будет осквернение. 5-7 секунд. После осквернения становимся звезду в центр. Осквернение 3 секунды. 2-1. Осквернение на мне. Все в центр идем. Сейчас служа-то пропадет. Череп стали, короче. Стали в череп. Фрешблад, Гефестиум и Эника станем Вальки. Блин, не успел встать. Играйте через кружок. Кружок застань. ДЦ в кружке. Все в кружок, блин. Все в кружок играем, потом остальные вальки. В ромб играем. Оскопнение 5 секунд. Трусы, добить. Стан, любой стан, фулл стан в трусы. Не выпрыгивать, служи. 40. Давайте 40. На край, все на край. Дал чешку. Сакру давай. Пиздата, блядь. Везучий рейд, правда? Так, Эника, забери на себя духа, Войд, подыми. Подожди, длинноухи, ты встанешь сам? Ну, меня не зашибет волной. Потом встанешь. Короче, будем пока так. Играйте звезду, блядь, тупоря, никто не сказал про переходку, блядь. Блять, выйдите на рейндж, пожалуйста. Бейте сферы. РДД, все в сферы, играем. Слишком большой урон. Вытянул. Не вижу. Сука, РДД, бейте сферы, нахуй. Сфера наносит урон. Вставай, длиннухи, быстрее. Все, духов не бить. Духов не бить, поставь тотем. Не знаю. Да можно упасть, лево нахуй. Это залупа полная. Блять, я охуевший. Он здоровый. Блять, у вас мелики, у вас есть инстинкт самосохранения? Северус, Снейп, Уэлд, Жека. Остальные бичи, которые умерли. Можно умирать на переходке, даже без хила. Блять. Сколько хилов? 3 сейчас? Да. ДПС дохуя. Схуя, да, луки. Кто-то жаловался, что мало ДПС. Ёбаные это луки. Не ДПС до хрена, это просто локов забрало. Ну да. Ай, блядь. Мне кажется, в МТ проблема. Что? Ну, МТ у нас кончено. Пошел ты уже. Он и так одну кнопку нажимает, не может сказать 42%. Да ты заебал, мне надо Alt нажимать, блядь, чтобы сказать вам что-то. А может у нас всего 3 хила? Ебать. Да? А, из-за этого мы вайпнулись, да? Конечно, из-за этого, блядь. Понял, блядь. В зимне нахуй не захилили, блядь, ну блин. Полреда, бичи, блядь. Не избежаться. Фурики не могут дать этот чарж дружественного РКК, который стоит у края. ДК не может поражать незыблемость, антимагию. Бичи. Сейчас мы просто будем внимательнее, да и все. Виталик скажет там. Знаете рыбу. Да я ебал говорить вам процентаж. Тык пишет. Могу, короче, оставить себе голос и, ну, предотвратить вайп, короче. Давайте бафайте рейд или еще. Чек на пул. Если у тебя вот скилл на единичке, что случится, если ты нажмешь Alt и будешь нажимать единичку вайп?
Не знаю. Нет такого. Ничего. Мне кажется, Windows полетит, сразу не стоит так делать. Не, я просто занят сильно, когда ты такой. Запустил. Ну там я сказал как бы 40, просто, ну блять, там реально было 5 секунд бежать, а они бежали, хуй пойми, долго, короче. Наличие. Я не слышу. Я вообще посмотрел с 3% с 39, тяжело, заебись. О, заебись про себя, да? Кстати, тут в центре лича бьют, блядь. Отдал чешку, отдал... Нихуя перевели, да? Тут там 3 волны. Да, они даже под гимном сдохли, что-то тут чешку отдал. Пас, не помню кого, кого-то шамана, наверное, лезли тотемами, или ты сдох. Кого-то я вам отдал, он выжил. Да будет так, герои в атаку! Давайте помолимся, чтобы локов не хватало больше. РДД, давайте звезду. Чума, одна секунда. Жека, чума. Жека. Должен чарж делать в трэш. Не выбегать. Так будет пофигней. Милики, ловушка. Милики отбежали. Профит. Чё, да выебывался? Чарж сделал. ЛД перебежали. Чума, одна секунда. Будь в теме, чума. Мелики, ловушка. Инер звезде. Ловушка, 2 секунды. РДД в звезду, ловушка, череп. Ловушку смотрю. Милики, ловушка, все, стопайте по, бля, этому лечу, короче, не бейте лича. Хватит бить лича. Стопай по лечу, бей шаркающий. Давайте звезду, ждем ловушку. Все, все на край. Все, все на край. Оббегайте ловушку, оббегите ловушку. Лизни тотем чума. Лиссандра чума. Блин, чума, Лиссандра. На трэше чума. Валь, давай гейм на ману ставлю тотем. Бейте первого духа. Рэшблад каплю на Энику. Все, не надо. Жека улетел, быстрее перевели. Последний дух. 12 секунд, чтобы убить. Applebox, у тебя БРКД? Нет. Две сферы. Звезду встали. Краль КСС на войне. Так, Рэшблад, кружок, Гефест, ромб, Эника, трусы. Смотрим. Первая, 5, сука. Играйте в ромбик, трусы. С центра все выйти. Вышли все с центра. Сквернение ни в чем.
от черепа отошли, не прыгать, не прыгать, не прыгать, блин. Стали в звездочку. Осквернение выносим в портал, остальные рейд к трону. Войд, кружок, Нарексис, Ромб, трусы Тюменская. На перевальке выбегаем влево или вправо. Не назад. Назад не убегать. Можно вперед выбежать. Так, первой вальки смотрим. Потом будет осквернение. В звезду встали. Выбежали. Осквернение на ком-то. Давайте через кружок играем. Через ромб. Перестань ли валик. На рексе стань. Трусы, войд, кружок. Через трусы играем. 200 тысяч в трусы надо дать. Трусы еще 200 тысяч. Все, отлично. Теперь стоим, ждем осквернения, потом будем бежать. Подведи личак к звезде. Осквернение 5 секунд. Рот, осквернение все к звезде быстрее. Идем в ту точку, на которой стояли на первых валик. Так, фрешблад, кружок, гефест, ромб. Они-ка трусы. Звезди и иннер. Все, играем через трусы. Через ромб играем. Через трусы. Трусы все сыграть. Осквернение 5 секунд. Рейндж набрали, с центра все вышли. Стали в звезду опять. Будем станить вальки и переводить босса. Ну и на край вести. Кружок Войд, ромб на Рексис, трусы Тюмен, СКА, я. Скажи на комнате. Стань вальки и переводим лича. Давай на край, все на край. Осквернение, вышли на рейндж. Все на рейндж, играйте в лича быстрее. Двойной стан. Оп. Бля, вы что, угораете, сука? Сложно встать. Вставай. Аплбокс, поднимай длинноухого. Гим на ману дали. Маны нет совсем. Маны нету. Гим на ману. Гим на хп. Присты, блядь. Сука, не могли дать гим на хп? Да я не мог это сказать. Уже поздно, блядь. Минус 2, нахуй. Эника, забери всех мобов на себя и... Войд, дай этот БР на фрешблада. Вставай, фрешблад. Так, ничего страшного, минус один. Пойдем так. Есть еще гип у кого-то? Дайте бафы по шаману, по палу. Ничем, если ты сорвешь этот агро, я тебя высушу. Не бить духов, бейте шары и бейте лича. Все в кружок играем теперь. Звездопад оставляю на комнату. Тупо вы слакаете, я не успеваю все это проваривать. Много действий. Есть чешка? Давай. Да, ты видишь, что рейд проседает 30% ТП? Как ты считаешь? Шипы, помогайте, блядь, шипы. Не, шипы убейте сначала духа, потом можете хилить. Там я поход. Так, чего? Следующую чешку отдам я в комнате. Сейчас мы выйдем с комнаты, будет осквернение. Че духи летают со скоростью света, вы их не бьете? Давайте в кружок играем. Все, кружок убили. Давайте следующий кружок. Все, милики ушли. Идите бить лича. РДД добили большого духа. Духи спустились. Духи спускаются, отошли все. Присты могут взрывать, протопал тоже.
Так, еще раз, гимномана все спели уже? У меня без ТТ есть. Давай, пой, я ставлю ТТ. Есть пару секунд у нас. Инер длинноухому, если есть. Тебе дал. 50 секунд. Идем за звезду. Блин. Впереди бомба, давай сокройника. Длинухи ничем, только получили урон. Отошли к звезде, духи спускаются все к порталу. Бля, очень таунти духов. Таунти духов. Два духа в рейде. Нам бафит вайп. Верни, не одна секунда. Чешку комнату сдам. Правильно. Полбок сейчас получит урон. Нет, не получит уже. Прикрылся. Прикрылся престом. Престом все тоже контролит. Стало дольше притягивать. Так, кому Иннер? А, нет, сюда. Длинноухом. Там... Это хороший человек, кидает каплю. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Все идем, духи спустились. Не кажется ли, духи просто остановились сейчас? Ну, потому что он на стану застанил. А че ты не кидаешь на тарелку? Странно, не видел. Че, не видели, че? Лям остался, не быть лям. Скобнение в мелизоне Гефестиум. Топ-танк. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели... Бля, сколько времени прошло? Час 10? 2 часа 10 минут. По из-за этого вайпа. Было бы доп. ЕП. Кажется, или Нарексис вместе с Жеком улетел, но он вернулся чередой. Нет, только ворулится. Там не успеть, по-моему. Не успеть. Там успеть, там можно еще успеть и чарджем вернуться. Не, просто у меня Эксперл стоит и все на дистанции. Если кто-то улетает, я мгновенно вижу, кто это. Я увидел, что Жек и Нарексис были вне дистанции, и потом Нарексис появился опять. Да я не видел, может он не улетал, а просто отбежал далеко. Видео мы посмотрим. Я знаю, Валера, что Мелизона не бьет, но у нас как бы не актуал контент. Мы, ну, фулгирные все для этого инста. Так что я позволил себе убегать далеко, чтобы не ловить глюхи. Ну, кроме тебя, как бы. Это нам можно слакать, а ты до сих пор играть не умеешь. Ну, да. Танк не натурал просто.
А сирот пойдет от их рук. И ну, сколько ярости получил, чуть больше, чем Фурики. Странно, почему бы? Мне по душе. Ловить по 50к, короче. А ДПС, смотри, ничего себе. Ладно, это не странно, а РС. Что ты сказал про РС? Даня, а как мужская приставка будет идти к имени? Ну, фрау, это же женщина, типа, да? Ну, хер. Ну, так точно хер майор. Типа, что это не хер, а гер. Ау? Хер не произносится так в русском. Это понятно, как бы. Мне кажется, вообще это, ну, как бы только из России появилось, там хер, ну, приставка. Ну, вообще, ну, фрау они же говорят. Ну, и хер говорят, но это больше звучит как хе. Хе? Да, ну, р на конце слова обычно не произносится, она как а. Так у них же как пишется, так и читается, там нету каких-то исключений. Не, есть исключения. Ну, мне кажется, исключение только в этом хер, да? Исключение больше, только... больше нету просто. Исключение — это твой удивительный мозг. Я даже не знаю, но это вроде как он похвалил меня, да. Ну да. Блин, надо было такая идти. Так, печень. Жрец, но кто не ролил. И Тиредос, и Глор, блядь. Нормально. Ну, кстати, вы же слышали там про Фройляйн? Ну, в военных фильмах там часто говорят. Да. Это типа молодая девушка Фройляйн. Но сейчас в Германии никто так не говорит, как оскорбление. Фраулян Войт? Фройляйн. Блядина. Так. Блёды Нордлинг. А ты там праздновал уже 9 мая? Нет, тут празднуют, тут же в Берлине. Там празднуют 8 мая, день примирения. Не, ну в Берлине конкретно есть Трептов парк, это русский парк, это погибшим солдатам при штурме Берлина. Там, конечно, ну, много кто приходит, ну русские в основном. А там есть бары, где празднуют память о погибших защитниках Берлина от этих советских войск? Или такого нету там? Еще раз. Там празднуют? Нет, нету там такого. Германия признала, что это было ошибкой. И плохо, там не празднуют то, что они, блядь, нападали, или то, что они защищали. Ну да, это... Это как Япония, которая напала... на Перл-Харбор. И до сих пор они живут по Конституции Америки. Так, на ИП можно зайти ДК? Германия не так, конечно, себя ведет, но... ДК на какой спектр? Они делают вид, что так себя ведут. Не, нельзя, ты ролил печеньки, Хантом. Так что оставайся, Хантом. Так я ничего не солил. Ну, почитай правила, там написано. На кого ты ролишь, на того получаешь ИП и ГП. Неважно, получил ты вещь или нет. Еще рейды будут сегодня какие-то? Да, РС пойдем сейчас. Сейчас? Да. Ладно, отойду на минуту, если надо. ДК на какой спек ролил, скажите мне, пожалуйста. Какой ДК? Какой ДК? Север Снейп. На танка, наверное. Да, на танк ролил. Угу. Ну, сорян, типа.
я помню, на прошлое 9 мая, когда в центре ездил,